Всякий обет поклонения помимо него ложен. Доказательство является слова Всевышнего Аллаха. Аллах засвидетельствует, что нет божества, кроме Него, а также ангелы, обладающие знанием. Он поддерживает справедливость, нет божества, кроме Него, могущественного, мудрого. То, чему поклоняется помимо Аллаха, также является божеством, но оно ложное божество. Это только имя. Всевышний сказал, они всего лишь имена, которые нарекали их вы. Доказательство тому, что они являются божеством, служит то, что Аллах назвал их божествами. Он сказал, божества, которым они взывали вместо Аллаха, ничего не помогли им. Также Всевышний Аллах сказал, не взывайте наряду с Аллахом другим богам. Но это божественность, ложная божественность, только имя. Поэтому автор сказал, всякий обет поклонения помимо него ложен. Где доказательство этому предложению? Доказательство служит слова Всевышнего. Это потому, что Аллах есть истина, а то, чему они поклоняются помимо него, есть ложь.